Доброе утро и небольшое предисловие. Это стихи, вернее, это комментарии, которые я писал на стихи, выставленные в постах на сайте Галкин Сад. Все они получились экспромтом, что получилось, но вы уловите здесь и иронию, если внимательно, и философскую мысль, ну и где-то переходят они немного иногда в шутливую форму. Начнем. Первое. Никто не смог. Я утром встал не с той ноги. День начинать мне не с руки. И стал тогда я сам не свой. Ушел в себя, я за собой. Вернулся, чтобы день начать, но опоздал, настала ночь. Никто не смог ни мне помочь. Следующее. А мы не те. А мы не те. Как вам сказать? Мы не совсем, но всем другие. И трудно будет отыскать нас на земле и в этом мире. Мы ведь не те. Мы ведь не все. Мы не совсем, совсем другие. Следующие плоды. Плоды бывают очень вкусные, и нам об этом ли не знать, а пожинать плоды – искусство, и в жизни это не избежать. И следующие. Мир ремней. Магазин открылся новый под названием «Мир ремней». Видно в нем закон суровый, как и в мире для людей.